Отвали! Отвали, морда, блин, грязная! Блин, я их боюсь, они так сильно хотят меня замочить. Зараза! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Растишка, Олег, Ноунейм, Ампер, Секрет, Форум, Васаби, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Барбариску. Я попросил подписчиков поставить 3000 лайков, если вы хотите, чтобы мы записывали еще более низкой гравитации с амунгами, вы поставили 4000 лайков, наверное, даже уже 5000. Если опять кушайте, приятного аппетита, а у нас очень низкая гравитация и выживание от амунг. Погнали! Покажу, ребята, сразу, как мы очень далеко можем прыгать. Но для начала я включу амунг. Это, ребята, очень низкая гравитация. Просто нереально низкая. Смотрите, как теперь можно прыгать. Сейчас они добегут, и я покажу вам. Смотрите. Опа! Хотел меня убить, но не получилось. Теперь мы летаем просто нереально долго. Так, сфига ли они все за мной уже бегут? О, я могу на балкон приземлиться. На балкон. Так, на балкон. И надеюсь, за это время они меня не убьют. Все, отлично. Так, моя сейчас цель допрыгнуть как-то до того дома. Блин, а по стене нельзя бежать, да, никак? Ну ладно, ладно, будем приземляться. Ох, Абунга рядом прыгнул, но не убил меня. Так, сразу сейчас прыгаю. Так, бежим. И прыжок. Давайте проверим, смогу я долететь до того дома. Интересно. Очень долго летим, но мне так нравится, когда низкая гравитация, чувствуется полет, невесомость. Так, я на балкон кому-то в челику запрыгиваю. Так, давай. Отлично. Так, теперь надо как-то встать вот сюда вот и прыгнуть. Ой. Стойте. Во, прыжок. Вовремя я отлетел, еще бы чуть-чуть, бы он меня убил. А, в воздухе. Вот это теперь я лечу долго. Это я буду лететь до самого упора карты. Меня бунги пытаются убить, что делать? Так, я лечу себе. Это, конечно, бесконечный полет будет. Так, давайте сразу поставим их много, потому что мы хотим, чтобы было очень весело. Очень. Здорово. Опа, и сразу прыжок. Сразу прыжок над водой. Это очень хороший прыжок оказался. Да, гравитация 17 стоит. Если мы в том ролике записывали 77, и сейчас 17. Это, по сути, в 7 раз меньше. В 6. Меньше гравитации. Даже не лунная, это, наверное... На Марсе, может. Я даже не знаю, на какой планете такая гравитация. Очень слабая. Да. Опять убили. Так. Убит. И еще раз убили, да? Так. Планета, планета, на метеорит. Я все-таки сейчас хочу допрыгнуть до какого-то дома. Надеюсь, у меня получится. Так, никого пока здесь нет из-за бун. Так, ой, сейчас мы ближе подойдем. И прыжок. Во, прям на дом лечу, Давай, помоги мне! Помоги! Нет! В окно! О, смотрите! Еще чуть-чуть! Нет, физганом не надо, это нечестно! Без физгана, пацаны, выживаем! Дима! Так! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Они сзади тебя жестко прям вообще! Так, надо на краешек встать и прыгнуть! Я понял! Да смог допрыгнуть, да? Да, они меня сейчас убьют! Они меня убьют! Вы видели, как они прыгают рядом? Блин, зараза! Так, прыжок! Сразу летим! Я все-таки допрыгну до самого высокого дома. Надеюсь, у меня это получится. Кстати, что очень мне нравится, что в воздухе можно прям корректировать свой полет. Вот это они прям прыгают! Еще один умер. Отвали! Отвали, морда, блин, грязная! Блин, я их боюсь, они так сильно хотят меня замочить. Зараза. Так, хорошо, давайте еще добавим. В этой серии я уже буду ставить 61 абунгу. Это будет еще более эпичней. Смотрите, и полетел. Так, мне кажется, надо мне оттуда вот как-то прыгнуть, чтобы я на дом залетел. Ну, пока мы слетим. Смотрите, сначала на самое маленькое здание прыгаю, а потом уже на самое большое. Если этот ролик наберет, ребята, 3000 лайков, то мы запишем выживание с низкой гравитацией, но на машинах. Потому что на машину гравитация действует. Блин! Так. Быстрее. Так, по земле они не могут меня догнать. Да? Они нет, могут. Тут на здание лезут, по стенам. На здание лезут? Да ладно. Какой-то зомби-апокалипсис. Они все надо мной, подо мной. Ну, балкон.
А, отлично. Дима, давай к нам, у нас безопасно. Да вот, я и так хорошо здесь. А! Блин, на, зараза. Безопасно, Дима. Да. Давай к нам, у нас тут этот, печеньки и кофе. Да. Так, отлично, пока мы вот тут. Я сейчас буду отсюда прыгнуть на дом. Должен запрыгнуть как-то на дом, если они мне дадут. Ай, блин, вы видели, как это было близко? Ух. Ой-ой-ой-ой-ой. Только за Димой гоняются. Ну а почему они за мной гоняются всей толпой? Потому что вы для них недостижимы. Ой, они вот сейчас сюда прыгнут. Так-так-так-так-так. Да. Бегим, бегим. Боюсь. Бежим. Они сзади меня, они все сзади меня. Сразу прыжок лучше сделать. Это очень опасно. Так, лечу. Пока мисс очень хороший полет. Мне нравится, как я лечу. Все по красоте. Сейчас в горшок сяду. Так, в воздухе прям надо камеру, да, вот так регулировать полет свой? Знак стоп в воздухе летает. Так, отлично. Отлично, о, я здесь. Надеюсь, они меня сейчас не убьют. Выглядываю в окошко. Никого нету. А! Все-таки есть, все-таки есть. Вот, давайте сразу на дом будем пытаться запрыгнуть. На горшке. Так, давай, 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 на домик. На балкон. На балкон тоже. Да смотри, что они делают. Спасаем Россию. Вот тут сейчас очень опасно прыгать, потому что ты сразу на Луну отправляешься, когда прыгаешь. Пацаны, вам нравится такая гравитация? Не сильно низкая? Да. Меня, короче, на горшке в космос отправили, в принципе. Ой, ты где? Так, отлично, отлично, летим. Во-во-во-во-во-во-во, давай, на быльце! Воу, еще чуть-чуть, они меня ударили по жопе. Ой, Дим, здорово. Так, теперь я лечу на тот дом. Ой. Во, отлично, отлично, полет хороший. Полет хороший. Давай, 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 по окнам. О, на балкон. Так, интересно, они смогут аж сюда допрыгнуть до меня или нет? А, наверное, смогут, да? Да. Так, сейчас, Воу, блин, с помощью обунки я долетаю, а так не могу. Дим, а ты помнишь ролик, когда мы бегали с дробовиками? Да. Да, Димка, пока он... Дима, знаешь, что мы сейчас взяли? Что? Дробовик. А, с помощью дробовика хотите, да, летать? Да. Как вы думаете, оно поможет? Оно ускоряет падение, Дим. Ускоряет падение? Да. А каким образом? Вы в воздухе просто бьете или что вы делаете? Да, бьешь в воздухе вниз, и ты летишь быстрее вниз. Они все за мной. Ай, да блин, почему они все за мной бегают? Ну что за жопы? Так, лучше сразу прыгать. Куда я лечу, блин? Ну все. Отстаньте. Блин, это жесть. Это просто жесть. Вот это не мне помогает. Смотрите, как я полетел. Зеленая жаба я. А я лечу. Сейчас головы наверное. Давайте проверим, ударюсь я об потолок или нет. Вот это полет долгий. Меня Бунга сейчас убьет. Да, это край карты было, кстати. Форум, ты меня столкнул? Нет. Так, быстрее. Все-таки я надеюсь, я сейчас смогу. Так, еще раз прыгаем на этот дом. Ударяемся. Как-нибудь вот так вот красиво летим. Блин, не смог. Ну все, Бунги, я понял. Блин, они мстят меня. Уйди. Нет, отвали. Лучше вот так постоянно в воздухе быстро лететь. Улетай! Так, я вот так останавливаюсь. Кстати, очень круто, что можно все-таки свой полет очень круто прям маневрировать и даже в другую сторону начать лететь. Так, потихонечку все летят. А блин, жопа, отвалите от меня, ну Бунги, ну почему вы за мной гоняетесь, если много игроков играет? Да я сейчас попробую руки джампом. Зачем было? Есть. А, не получается. Во-во-во-во-во. Давай. Хоть на какой-то балкон. Ну, с шифтом, с контролом. Нет. Тихо. Есть. Интересно, они не смогут здесь убить или нет? Так, вот, сами подождем. Если не смогут, то я сейчас буду тоже прыгать на тот дом. Все-таки я думаю, что с того дома высокого можно допрыгнуть до другого дома. А я, кстати, на самом дальнем доме, который... Да? Да. Ты читер. С помощью лафудат оружия можно допрыгнуть, бьешь и ты ускоряешься. Блин, я не смог. О, я вспомнил, чем можно далеко допрыгивать. С помощью базуки. РПГ, да, базука. Блин, ну я... Я сильно поздно стрелял. Ну что, ребята? А, я сильно поздно стрельнул. Ну все равно, чуть-чуть ускорился. Граната? Не, граната как-то она сильно долго пиленькает. Так, я долетаю. Ну, ничего...
А, и сам себя убил. А нет, меня Бунга убил. О, я взлетел с помощью гранаты. А Бунга, зараза! Смотрите. Во, прям ускорение, только мне кажется, немножко не сильно получилось. Так, все пацаны уже на крыше этого дома, че я не могу никак допрыгнуть? Туда. Нет, Дим, граната неэффективна. Да, я знаю, граната не очень такая тема. О, вообще облетел дом, вы представляете, как это круто, когда низкая гравитация? Можно дом облететь. Ой, тут у меня соседи злые какие-то прыгают, хотят меня убить. Соседи, отвалите! Так, ждем. Так, ну блин, а как же мне вылететь отсюда? А как-то оттолкнулся. Так, смотрим, никого там нету. А, я среди обоих лечу. Во, вот это подкинуло. Отлично, все-таки с помощью базуки можно до высоко. Ого, я даже до того дома смогу долететь. Давайте все-таки попробуем. Так, вперед. Вы видите, как я лечу с базукой? Да, я прям... Вон, еще чувак один летит. Блин, это круто, да. Прям так летать. Мне нравится. Летим, ребята, долгий полет, но мы сможем долететь до дома. Блин, давайте, наверное, все-таки на пятиэтажку эту долетим. Я все-таки... Нет у меня инерции, чтобы лететь. Так, приземляемся. Давайте будем вниз нажимать, чтобы быстрее приземляться. Так, пока я лечу... Физику на канале Димас. Да, я буду еще ставить, пока лечу. Ток 40 уже есть, ребятушки. А в конце ролика обязательно досмотрите до конца, потому что будет 61 абунга. Давайте так, если этот ролик, чтобы было прям запасом, 5000 лайков набирает... Мы поставим в ролике 100 абунг. 100. Это прям будет вообще эпически. Они нас каждую секунду будут убивать. Не, не будут. Так, летим. Блин. Если мы сядем в бункер, то не будет. Нет. Давай. Нет, они даже могут сквозь стены проходить. Давай. Нет. Да, блин, хотел себя подкинуть. В принципе, я подкинул себя. Заразы такие. Во, отлично. Теперь я смогу долететь до дома, потому что у меня есть довольно-таки неплохой запас. Пацаны, я лечу к вам. Надеюсь, я смогу. Да, договори. Что я делаю? Да. Я прыгаю и сразу стреляю. Я так само делаю. Все, смотрите, у меня есть запасик прям залететь на этот дом. Я сейчас после этого дома попробую долететь до того дальнего. Напишите в комментариях, получится долететь или нет. Пацаны, получается долетать с этого дома? Да. Так, все, приземляемся. Давай, приземляйся уже. И так полдня лечу. Как вы думаете, они смогут допрыгивать прямо до самого верха карты Абунги? Не, они вроде не могут. Так, а мне надо будет как-то проверить. Так, давайте еще сразу ставлю. Все, это и так уже 61 Абунга. Вы представляете? Так, ну что, прыжок. Легально. Опа! Красиво лечу. Блин, мне так нравится летать. Офигенно сделано в Гаррис Моде. Вот такие вот полетики. Форум. Давай. Так, замедляем скорость. Замедляем. Эй, я сильно замедлился. Нет. На балкон. Фух, хоть на балкон успел запрыгнуть. Слава богу. Так, что вы, пацаны, там нормально выживаете? Давайте понаблюдаем за пацанами. 60 абунг. Это жесть. Меня кинули с дома на дом. Это нормально? Это законно? Я на сидушке сижу, меня тут кинули. Орочка, привет. Прыжок. Ай, нет, я лучше назад вернусь. Так, пацаны, сейчас я приземлюсь. Плохо, что нельзя немножко слабее прыгать. Приходится постоянно очень сильно прыгать. Выкину тебя, растишка. Не, давайте без физгана, это нечестно. Не физганом, гравити-ганом, ты чего? А гравити-ганом получается? Да, оно получается. О, Дим, смотри. Давай. Пошел вон. Ого. И красиво полетел. Так, ну что, пацаны, еще один прыжочек, делаем полет на ту крышу. Опа. Блин, мне нравится так летать. Очень круто сделано. Ослепи. Потихонечку летим в себе. А бунги там просто устанавливают какую-то вакханалию. Так, замедляемся. Главное, что можно резко замедлиться. Это очень круто. Так, все, давайте постоим на краю карты и посмотрим, будут они допрыгивать до нас или нет. На краю дома. Так, все, стою и смотрю. Так. Ого, вы говорили, не допрыгивают. Ого, не прыгай! Убил! Вы говорили, не допрыгивают. Они допрыгивают везде, где вы будете. Эй! Васаби, лови меня, грузчик.
Воу-воу-воу, только это мне особо не помогло. Разорвало. Так, лечу, но они все за мной, Тогда надо приземляться в воду, мне кажется, тогда... Убил в воздухе. Да ладно. Так. Отлично. Вот это ускорение. Вот это ускорение сразу поможет мне долететь до дома. Все, ребята, смотрите, лечу к вам. По красоте. С одного раза допрыгнул. Все-таки это возможно сделать. Тихо. Осторожно. Так, сейчас будем полчаса спускаться, но мы спустимся. А надо, наверное, вниз, да, нажимать? Если вниз нажимать, я буду быстрее приземляться. Да. А, капец. Глубин. Что? А, убили кого-то! Нет, не убили! Я хотел глубинной почты долететь до вас, меня подтянули. Так, сейчас мы будем кое-что делать интересное. Так, ребятушки, сейчас мы закинем небольшую бомбочку. Да как они меня убивают сквозь крышу? Сквозь крышу убивают! И пацан еще один умер! Как они это делают? Дима, они через потолок? Гранатомета можно хорошо буститься. Да? Да, который... Полетела бомба! Полетела бомба! Вот это там салют из-за бунка. Пацаны, там небольшой вам сюрприз летит. Ага, красиво! Смотрите, как эпично бомба летит. Да не взрыв... Ой, она не сильно взорвется, не переживай. Ладно, подальше держаться. Она в мою сторону летит. Да не переживай! А если не взорвется? Я ей привет передам. Дима, если взорвется? А если не взорвется? Смотрите, Аня взорвалась. О, она меня приземлила. Я ее липучку прицепил просто, да? Так. Еще одна полетела, ребятушки. Красиво, смотрите. Куда? Блин, классно, что теперь можно бомбы красиво пылять. Ну, вы сейчас увидите, где этот взрыв будет. Бум! Вот это жесть! Дим, я все понимаю, но может хотя бы по бунгам, а не по... О, я сейчас попробую ускориться с помощью гранаты. А ну-ка, кидаем гранату. Ну, такое, подсрачника дала, жизнь отняла, и ничего не случилось. Так, летим над водой. Они над водой, наверное, не смогут на меня прыгнуть. Так, осторожно. Они в воздухе прям красиво бьют. Если ты медленно двигаешься, они в воздухе убивают. Ой-ой-ой, что там творится? А с под воды они выпрыгивают? А, прыгают, заразы, отвалите! Нет, я сейчас умру! Нет! Вот это по голове дало. Сразу полет включаю. Прыжок максимальный. Вот это он жесть. Он на тут залез. Так, короче, сейчас знаете, что сделаю? Я сейчас встану, давайте взлечу. Сейчас, ребята, я взлечу на самый верх карты, проверим, допрыгнут они до меня или нет. Все, делаем тест. Допрыгнут. Вот так прям, самая высокая точка карты. Ну-ка, вот смотрите, за мной загрелся все-таки один Абунга. И проверим, прыгает. Нет, не прыгает, они, наверное, не прыгают так высоко. Так, стоим. Не, они меня не видят на таком расстоянии. Наверное, видят только на определенном расстоянии каком-то. Так, а ну Абунги, ну прыгайте. Вот я. Вот я. Вот выше дома, намного выше. А ну-ка, давайте проверим. Ну-ка. Нет, не прыгают, не хотят. Было бы прикольно, да, если бы они так высоко прыгали? Да. Ой, Дима! А вот я полет включил. Было бы нечестно. Свободное падение, проверим, прыгнут или нет. А что нечестно? А бунк нету чесноты. Они и так убивают постоянно. Они крысы. А что они крысы? Ну, знаешь, Дима, мне кажется, то, что у каждого существа должна быть совесть. Да? Ай, у них нету совести! Ааа, прощайте! Вот это полет! Отдача! Сейчас мы будем взрывать бомбу в небе. Как вы думаете, достанет до нас или нет? Ну-ка. Мне кажется, не достанет. Ого, увалило! Так непривычно, что бомба взрывается в небе. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.